ушедшего века. Но музыканты объединили ее по схожести настроения, энергетики и, скажем так, танцевальности. Во все времена звучала музыка там, где ее могли слушать большое количество людей. В условиях покоя и отдохновения от трудов, суеты, уличного шума, от шумов цехов и мастерских. Где же располагались оркестры? Ура. На эстрадах, в парках. И они творили музыку. Звучит пьеса Елецкого «В старом парке». Thank you.
Bye.
пожалуйста. Вы сказали... Поймешь, как? Thank you.
шанс. Thank you.
танцюють вальс. Thank you.
Валерий Григорьевич. Я у него пресс-секретарем работаю. По совместительству. 23 часа в день жена, а 24 час пресс-секретарь. А вот сегодняшний час я вот в роли пресс-секретаря, который рассказывает про его вот эту вот машинку. Вот он говорит, ну играю я, вот у меня душа вот разговаривает, а вот вот с языком, с речью, оно похоже, тем более, когда все это одновременно надо делать, это плохо получается. Вся душа у него в баяне, в музыке, ему сейчас не до разговоров, я вас уверяю. Вот, поэтому до разговоров не в очередной раз, я вот тут уже перед телевидением выставила, теперь буду перед вами выступать. Мне-то хлебом не корми, дай республику поговорить, да. Так вот, такую вот штуку мы купили. Дело в том, давайте я маленькую предысторию. Дело в том, что ансамблю «Карусель» уже много лет, больше 20, и областным министерством культуры был объявлен грант на лучший ансамбль года области. Нужно было определенные, значит, критерии показать, как бы рассказать о коллективе, показать свои возможности, и по определенным критериям комиссия областного министерства определяла, кто же победит и выиграет этот грант. Грант составлял несколько сот тысяч рублей, мы его выиграли, вот здесь можно попробовать. Вот, шьются нам замечательные костюмы, молодые люди уже наши, вот уже их обновляют сегодня, здесь тоже можно похлопать. Нам еще костюмы шьются вдогонку, мы пока отстаем, но мы очаровательные так. А теперь про паяльник. Дело в том, что деньги, кроме костюмов, остались деньги еще вот на эту вот штуку. Это электронный баян японского производства, крутой. Дело в том, что в нем умные электронщики от музыкального, так сказать, мира вложили очень много, вот, очень богатую начинку. И там заложен весь симфонический оркестр. Представляете, как классно! Симфоническому оркестру 70 человек, каждому надо платить как минимум по ставке в месяц. А тут один Валерий Григорьевич, представляете? Вот. И вот он сейчас на этом баяне вам продемонстрирует, какие тембры можно из этого баяна извлечь поодиночке и даже в совокупности. Вот. Я одна, как только баян появился дома, только он, между прочим, как ученик, очень много занимался на баяне, он его изучал, потому что эти кнопочки надо знать, как нажимать, они здесь немножко все равно по-другому устроены, чем в обычном баяне. И он занимался как ученик долго и упорно, ну, вроде освоил. Вот. И я дома наслаждалась этой музыкой, думаю, ну почему же все время я одна и одна? Давай уже вытаскивай этот баян на публику. Ну и вот и сегодня премьера этого инструмента вынесена на ваш суд, дорогие слушатели. Ну а теперь слово Валерию Григорьевичу и новому супербаяну. А, да, сейчас он будет играть, давайте все вместе угадаем, какой тембр будет звучать. Тембр какого инструмента? Thank you.
бульвар нет. Так, а теперь гармонь. Прямо настоящие, как бы... Сейчас танцевальная программа в сопровождении электронного баяна, выигранного на грант. Очень приятно.
заявку должны были исполнить. Yeah.
спасибо вам, что вы были с нами. И до новых встреч. Всего вам доброго!